Всем привет! Это было выступление в рамках Сеульского стрит-арт-фестиваля, который проходит с 5 по 8 октября этого года. Сегодня как раз был первый день, и вы еще можете успеть на 3 следующих дня. Фестиваль проходит в разных местах в центре города. Основная зона – это Сеул Плаза около Сити-Холла, также на Гванхамон, на площади Гванхамон, у Чингичона, у Сеульского вокзала, Сеульского музея искусства и так далее. Фестиваль проходит с четверга по воскресенье. Здесь как раз расписание в разных местах, где что проходит. Некоторые выступления повторяются почти каждый день, некоторые 1-2 дня. Поэтому, если вы хотите попасть на это выступление, которое было сегодня, то оно будет еще завтра. Называется Moir Experience. Выступление длится около часа. Единственное, завтра будет без рок-группы. И помимо этого, очень много других выступлений, других артистов. Каждый день с часу дня до поздней ночи. И как раз на эти длинные праздники можно еще успеть. И так как сегодня только первый день, я решила записать коротенькое видео для того, чтобы у тех, кто находится в Корее, была возможность посетить этот фестиваль в эти длинные выходные. Здесь много абсолютно разных выступлений, разных команд, разных стилей с разных стран. Для тех, кто не находится в Корее, этот фестиваль, скорее всего, проходит каждый год. Вообще в Корее круглый год проводится очень много интересных фестивалей.